Battle control we established. Установлен контроль над полем боя. So our task is now to deactivate the enemy defenses. Так, наша задача сейчас деактивировать вражескую оборону. That's the main task. Это основная задача. Нет, here, сюда двигается. Getting away. Уходим. We can attack from this direction. С этой стороны можно будет атаковать. And now the tanks can start fire. Все, танки могут открыть огонь. We can actually close to here. Можно вот сюда даже приблизиться. Oh, no, no, no. Нет. That received pretty huge damage. Так, этот получил достаточно серьезные повреждения. So, there is an infiltrator over there. Где-то здесь диверсант есть. Steam did not see that. Я все еще его не увидел. Okay, open fire next turn. Следующий ход мы открываем огонь. Okay, what's up here? Что у нас здесь? Загрузили всем, чем можно. Another mining station, еще одна добывающая станция. Окей, я transfer here. Да, перебрасываем ресурсы. Да, много времени нам понадобится, чтобы здесь поубирать. Anybody needs repairs. Хоть кому-то нужен ремонт? Remove. Убираем. Nobody. Никому не надо это. Where is those alien? Так, где у нас эти инопланетяне? Activate the freaking tank. Так, активируем танк. Getting in front lines. На передовую пошел. Where is those deposits? Где у нас вот эти хранилища? Окей. Соединителем сейчас поставим здесь. Ready to go. Ну, готовы действовать. Open fire, убираем. Open fire. Открываем огонь. Okay, so the defense is deteriorated. Есть оборона
Oh, I lost one. Одного уничтожил. But that would give me the opportunity to fire and destroy this defense. Это мне позволит вырубить всю оборону здесь уже. Без патронов. Where is my transport plane? Где мой транспортник? Commencing here all the operations. Начинаем здесь все операции по уборке этого мусора. Убираем. That's fine, замечательно. So, checking next move, смотрим следующее перемещение. Oh, by the way, кстати. This would be also completed. Oh, here we go. Так, а вот и тот, кто нам нужен. Who can reload? Кто у нас может перезарядить здесь? Окей, this one. Так, вот это погнали. Нормально. What else we can do? Что еще мы можем здесь сделать? This needs to go to here. Этому нужно двигаться сюда. We've deactivated everything we could. Мы деактивировали фактически все, что можно было. Конструктор, новый строитель доступен. I think that's enough. Я думаю, этого будет уже достаточно. What's about production? Что у нас с производством? Plus 8, plus 8. Okay, that's a good production. Хорошее производство. Build another power plant. Еще электростанция. Сюда грузим. He needs to move here. Ему нужно двигаться вот сюда. Okay, this can load. Вообще-то можно вот так вот загрузить. Да? That would be faster. Так будет быстрее. Turning back, возвращаемся назад. We've lost one. Один штурмовик мы уничтожили, к сожалению. Everybody get here. Все двигаются сюда. That would be the final destruction of the enemy base. Будет все-таки добиванием вражеской базы. What's going on here? Так, ну что у нас здесь?
Transfer resources, перебрасываем ресурсы. Yeah, that's good, это хорошо. Starting construction, начали производство. Start, начали. 71. Now we have a good production. Теперь у нас есть хорошее производство. Сюда перебрасываем. And let's go up. И поехали наверх. Yeah, transfer here. Сюда перебрасываем. Okay, wait. Все, ждем. Next turn when we have more resources. Следующий ход, когда у нас будет еще больше ресурсов. I think we need somewhere here to construct the air factory. Где-то здесь надо будет авиазавод развернуть или что-то типа того. Трансфер перебросили. Moving here. Двигаемся сюда. Убираем. Okay, what's up here? Что у нас здесь? Basically, we are destroying all the enemy. Подожди, ну что-то мы не можем. Okay, select this. Restore the freaking power plant. Электростанцию уничтожаем. Производство остановлено. Restless, где у меня вот это? Load here. Грузим. Okay, here would be resources. Так, тут готовы. Строить еще. Maybe more recent, может еще исследовательских станций. Why not? А почему бы нет? Where is this? Где вот этот? Also returning back, тоже возвращается назад. We need to, yeah, remove here. Да, вот тут вот сейчас поубираем всякий мусор. Getting back here, сюда пошли. Стоп остановился. Move here. Двигается сюда. Let's finish the enemy base. Заканчиваем с вражеской базой. Four shots. Четыре выстрела.
That's fine, пока все хорошо. I don't see any enemies, пока врагов вообще никаких не вижу. Не смог забрать. Remove, убираем. Инфильтратор, новый диверсант у нас готов. Давайте-ка авиазавод поставим. And this one what can produce. А это что у нас произведет? Не двигается. Next turn there would be следующий ход будет у нас достаточно ресурсов. Так, это у нас ремонтник есть вражеский. We need to take that. Его нужно забрать. Okay, that would be more resources. Еще больше ресурсов у нас будет. Майнинг стейшн, отлично, добывающая станция у нас готова. Well, that's the wrong side, не на ту сторону мы вышли. Build another power, another mining, еще одну шахту. Сюда перебросили. And moving back. И двигаемся назад. Why this start? Почему это до сих пор не работает? Plus 92, плюс 92. Okay, we don't need any production right now. Все, нам уже тут никакого особо производства не нужно. Mining station, еще добывающая станция готова. Transfer 60 перебросили. Moving forward, да, двигаемся вперед. Also needs to go there. Ему тоже сюда нужно будет отправиться. We destroyed all the enemy units, so the mission is complete. Так мы уничтожили вроде вообще всех противников. Миссия должна быть уничтожена, ну, выполнена. Let's return back all the alien vehicles. Давайте-ка вернем все инопланетную технику. Transfer here. Перебросили сюда.
would be a lot of resources. Да, ресурсов мы сейчас будем много вкладывать. Mining station. Так, еще добывающая станция завершена. We already have a huge production. У нас уже огромное производство. Okay, start production. Начинаем производство. Why not? Почему нет? This all factories on. Все заводы пусть работают. More workers need. Больше рабочих нужно. Я понял. You know, we can actually here construct base on all the map. Вы знаете, тут можно даже взять и построить эту самую базу на всю карту. Maybe this we need to do. Возможно. Okay, so there is impossible to build there. Там невозможно построить. Убираем. Remove everything. Убираем все. I think in a future episodes I will show you the development of this huge base on all the map. Я думаю, в следующих эпизодах я вам покажу, собственно, развитие этой карты. Ну, этой базы на всю карту. Okay, did that arrive to the base? Прибыли ли мы на базу? Activate this. Вот это активируем. Activate all this. Units with resources. Все вот эти боевые единицы нужно активировать. Окей, okay, upgrade all. Улучшаем все. Reload all. That would be just aliens. Тут просто будут у нас пришельцы. New constructor available. Новый строитель у нас готов. You know what we're gonna build? Знаете, что мы построим? We will start building habitats for the laboratories. Мы будем сейчас жилища строить для того, чтобы лаборатории больше производить. That what we need. Вот что нам нужно. Двигаются все сюда. We can even zoom in. Можно даже приблизить. I like how this looks like. Мне нравится, как это все выглядит. That looks cool. Выглядит просто круто. And that's the maximum distance. Ну, это максимальная дистанция у нас. And this is the base. Okay, transfer on this distance. Ну, давайте-ка на этой дистанции. Надо power plant, еще электростанцию здесь. Не электростанцию, шахту. Then we need to produce more power plants. Надо будет больше электростанций развернуть. Build here the platform. Platform. Here I would construct the port. Тут я порт произведу. The shipyard. Верфь.
That could be another mine, but I won't do that. Конечно, можно было бы еще шахту сделать. Stop. Stop. Окей. Next time. Ну, в следующий раз будем уже производить то, что нужно. Now only removal of all those debris. Кстати, все обломки нужно будет сейчас убирать. This can go. Так, этот может идти. Research continues. Исследования продолжаются у нас. Ready and activate. Улучшили и активировали. Yeah, we need more power plants. Да, сейчас нам электростанции потребуются. Электростанцию погнали делать. Shipyard, верфь. Water platform, водную платформу. Окей. Okay. I guess that's impossible to build there. Наверное, ее там построить нельзя. Getting here, сюда подъезжаем. Remove. Начинается уборка дальше. Okay, those should go back. Так, все, этим пора двигаться отсюда. Okay, let's produce more those. Еще парочку произведем. Station. Еще одна добывающая станция. Mission is complete. Миссия вообще-то завершена у нас, да. New habitat, новое жилище. More habitats. Еще жилищ. Oh, what's with the gold? Что у нас с золотом? Plus 28. We need to build those. Нужно gold refineries. Золотобогатители сейчас собирать в большом количестве. Убираем. No, remove. Передаем сюда. Окей, same capacity. Хоть какую-то загрузоподъемность мы получили. What's with those aliens? Так что с этим инопланетянам getting here, сюда двигается.
Mining station turned off. Да, выключена электростанция. I know that, я это знаю. Missile crawler, ракетница доступна. Mining station right here. Так, давайте-ка добывающую станцию. Done. Power needed. Нужно электро... More power needed. Ага, больше электроэнергии. Stop. Build. Okay. Underway. Вот, все в пути. Power plants is under construction. Электростанции у нас строятся. The base is almost cleared. Тут база фактически зачищена. Okay, that's full. Это тоже полный. Now we will prepare to clean this, those two bases. Нам нужно теперь будет очищать вот те две базы. And constructing all my main base и развивать свою основную базу. See how small it is. Видите, как она, вернее, как все мелко видно. That's a bulldozer. The bulldozer moving there, so that we did. New power plant, новая электростанция, and produce new, и новую строим. Okay, nice. There is removing everything. Там у нас все убирается, все чистится, все готовится. Till the next episode. До следующего эпизода. Live long and prosper. Мы процветаем, только так побеждаем.